Подол – один из древнейших районов Киева, получивший свое название из-за расположения у подножья Киевских холмов на берегу Днепра. До начала 20 века Подол называли также Нижним городом. Здесь сохранилось большое количество исторических и архитектурных достопримечательностей, среди которых здания Киево-Могилянской академии, Флоровский монастырь и другие. Главной связывающей Подол с верхним городом улицей на протяжении столетий является Андреевский спуск. Большую часть жилого фонда составляют дореволюционные дома. Есть на массиве также немало сталинок, хрущевок, дома поздней советской постройки. А в последние годы активно возводятся новостройки. Все они кирпичные, а их высота редко превышает 10 этажей. На Подоле находится, пожалуй, один из самых противоречивых жилых комплексов столицы – Воздвиженка. Этот микрорайон еще на этапе строительства названный кварталом миллионеров. Расположен в исторической местности Гончары, окружен зеленой зоной и отдален от шумных транспортных магистралей. Проект комплекса включает 110 домов в стиле неомодерн, высотой не более 5 этажей. Фасады зданий разноцветные и украшены древними символами, портиками, колоннами и металлическими элементами. Офисные и торговые помещения расположены в центральной части Воздвиженской улицы и создают торгово-офисную зону. Комплекс достроен, но на середину 2014 года заселены лишь отдельные квартиры. На Подоле хорошо развита инфраструктура, много детских садов и школ, магазинов, супермаркетов, кафе, ресторанов, отделений банков, аптек, житний рынок. Есть театры, музеи, массив обслуживает Киевская городская больница номер 15. На Подоле расположены три станции метрополитена – Почтовая площадь, Контрактовая площадь и Тараса Шевченко. Хорошо развит иноземный транспорт, на котором можно доехать практически в любой уголок Киева. Подол – одно из любимых мест для прогулок киевлян и гостей столицы.